Привет, друзья! Вы на канале Просто Детки, и у нас сегодня на летсплее игра Hail Climb Racing, очень популярная игра, я как-то до нее не добирался, у нее только на Play Market 500 миллионов скачиваний, это о чем-то говорит. Причем есть вторая часть, я в нее уже играл, но вот вторая не такая популярная, решил поиграть в первую. Итак, вот у нас такой прикольный мужичок с легкой небритостью на непонятной машинке. Он, в общем, Hail Climber, то есть он наш гонщик. А давайте поездим сначала, потом будем знакомиться. Здесь задания, есть там всякие достижения, тюнинги и так далее. Начинаем. Так, секундочку, управление нужно как-то сделать. Секунду. Итак, нам нужно проехать в первой миссии 200 метров. В принципе, не очень много, да? Новый рекорд, мы поехали. Берем топливо, когда едем. Да, точно, в таких играх это вот в основном... Ой-ой-ой-ой-ой. Как он перевернулся. Супер. Так, бонус за уровень. Теперь следующая цель. Достижу 400 метров. Навряд ли я достигну, потому что у меня топливо заканчивается. Я успел его взять, но дело в том, что, скорее всего, в таких играх вот нужно бак улучшать, там, всякие там подвески, чтобы не так прыгать, да? Вот чуть-чуть не достиг своей цели следующей. В общем, водитель сбит. Рекорд 364 метра, плюс 4 самоцвета и почти 10 тысяч монет, да? Вот время в воздухе, умножение фляг назад, фляков, японских фляков. Прикольно. Так, смотрим, есть деньги, да? Вот можно за них улучшать наш автомобиль. Причем этапов много. 13, 14, 16, 10. Так, а где бак вообще? Что, бака нет? Прикольно. Так, давайте почитаем. Двигатель. Улучшенные двигатели, детали двигателя дают прибавку мощности. Больше лошадей помогает легче ехать в гору, выполнять прыжки и трюки и получать бонусы. Нет, мне это пока не надо. Подвеска. Пониженный центр тяжести и улучшенная амортизация повышает устойчивость на высокой скорости и выравнивает машину на ухабах. Мой вариант, надо купить. Дальше. Шины. Усовершенствованные шины улучшают сцепление с дорогой, повышает КПД. Хорошая вещь. Улучшенная система полного привода повышает сцепление с дорогой. Машина лучше управляется. Было больше денег, я купил бы и то, и то. Шины либо управляемость. Я не знаю даже. Пускай будут шины пока. Так, что за этапы? Сельская местность. То есть нам, чтобы пройти ее, нужно кучу этапов пройти, да? Потом дальше открываются другие, вот пустыни, сезоны там и так далее. Есть задания какие-то ежедневные. Собрать 100 раз топливо. Можно сделать сальто. Время в воздухе 150 секунд. Получается, то есть здесь наоборот, нужно стараться как можно больше вот этих всех трюков делать. Я думал, это наоборот опасно и не очень нужно. Оказывается, нужно. Вот уже сколько денег. Нормально. Сыгра вообще. Ой-ой-ой. Время в воздухе. Ого, класс. Блин, вот почему она такая прикольная. Она действительно прикольная. Только, конечно, лучше машинку себе улучшить, и потом уже будет намного легче это все делать. Ого. Так, вот, рекорд. Я уже проехал дольше, чем первый раз. Буквально немного улучшил себе машинку, и уже видите, легче ехать стало. Так, достичь теперь 600 метров. Ого, какие ухабы, боже мой. Я заработал уже денежек достаточно. Можно будет сделать некоторые улучшения. Так, и кристаллы. Интересно, куда их тратить? Тут уже... Ого, блин. Еще я сломался. Слышали такой хруст? Бедненький. Ну ничего, все равно классно. Время в воздухе 4 секунды, и, в общем, фляков никаких нет, то есть переворотов типа, да? Что по заданиям? Не особо-то, конечно, много заданий сделал. Давайте повысим все, что можно, в общем. Хотя,
Двигатель надо, не надо, не знаю. С двигателем, по-моему, все нормально. У меня, ладно, повышу все-таки подвеску. Если бы было меньше 9000, я бы повысил двигатель, а так можно. Так, магазин. Этапы. То есть, думаю, может, что-нибудь бесплатно есть, как вот бывает. Какие-то там сундуки, ящики. Ага, за кристаллы. Ланчбоксы. Интересно, что в них? Пока, в общем, не знаю. Аппаратик. Можно мотоцикл открыть. Чудовище. Ого, класс, гляньте. Трактор. Фургон хиппи. Одноколесник. Квадроцикл. Крутой багги. Автобус. Вау, гоночная машина. Барашковый винт. Полицейская. Скорая. Электрокар. Супер дизель 4x4. Раллийная. Драгсер. Пожарная. Мотоцикл. Крутой. Низкая подвеска, обалдеть. На танке можно ехать, на снегоходе, супервнедорожнике, грузовике. Багги тоже другой. А, экраноплан. Ого. Мини-байк. Биг Фингер. Детский экспресс. На трех машинах типа ехать, да? Осевший на луну. Хот-рот. Ракета. Мутант. Элитный автомобиль. Машина-паук. Вау. И сани. Новогодние сани. Просто обалдеть, сколько здесь машин. Теперь я понимаю, почему эта игра такая популярная. Здесь просто очень много кастомизации разной. Блин, это круто. Просто на многих каналах эту игру записывают, как бы, а я как-то никогда особо про нее не думал. Вот сейчас подумал. Теперь понимаю, что с ней такое. Правда, не надо, пожалуйста, блин, смотрите, я уже приехал, короче. Ну что ж ты так? Эх, ладно. Даже лучше не хватает. Вот я поспешил, думал, улучшился немного, теперь мне море по колено. И все эти ухабы тоже. А трасса начинается все время одинаково или нет? Время в воздухе, хорошо. Вот опять хотел... Блин, да ну... Тихо-тихо. Японский фляг. Хочется побольше этих всех сделать пируэтов, а вот погибает он, в общем. Переворачивается. Ладно, улучшил немного двигатель. Вот в воздухе он плохо пока как-то себя чувствует. Ух, опять чуть не перевернулся. Тонкая грань, то есть. Либо нужно делать всякие трюки, либо ехать дальше. Выполнять цели, как бы зарабатывать деньги на улучшение. Ой-ой-ой, видели это? Получается, если я соберу 300 кристаллов, я смогу открыть гараж там. И как-то делать какие-то тюнинги. Читал в комментариях, что вот на Play Market, что в первой части намного больше можно визуально свою машину апдейтить. Наверное, именно как раз в гараже. Типа во второй части такого нет. Опять же. Ой-ой-ой. Опять вот в этом месте я перевернулся. Ровно в этом месте. В прошлый раз на 516 метров. Просто вот я ударился и... Меня назад поклонило, да? А почему так мало денег, смотрите? 8000. Блин, непонятно. Ой, я уже приехал. Смотрите. Хрязь. Блин. Капец. Что ж такое? Вообще ничего не заработал. Ладно. Там еще нитро какие-то есть, наверное, нужно покупать. Либо зарабатывать как-то. Либо когда эту трассу пройду. Нитро, наверное, дает какое-то бешеное ускорение. Я вообще в подобных играх люблю вот в первом выпуске пройти хотя бы первую трассу полностью. Ну не знаю, здесь, наверное, нереально. Слишком много улучшений.
Вот в похожих играх обычно там первая машинка улучшается, не знаю, там раз там по 5, по 6, а здесь он там 13-14 раз. Это же, конечно, жесть как много. Плохо, что здесь показывает общий счет именно вот в миссии. Твои монетные там кристаллы, а не тот, который ты вот заработал конкретно в этой миссии. Так, ну что, попробовать еще раз в этом месте проехать. Где я постоянно делаю хрясь. Вот здесь вот. О! Это мне теперь не хватит. Видите, он переворачивается. А как же быть тогда? Опять эти 517 метров, вы видели? Нужно улучшать машину, получается. Так, дело в том, что если я буду все время на этом месте делать хрясь, я аж много не заработаю. Там дальше... Ой, я пока смотрел, сколько времени длится ролик, я уже приехал, в общем. О, вы видели? Даже так можно. А, я уже думал переигрывать. Топливо почти закончилось. Фух. Успел. Так, не надо мне хрясь. То есть, если сильно медленно едешь, ты, получается, не успеваешь доезжать просто до топлива. Это он совсем... Ой, блин, я топливо не взял. Не надо хрясь, не надо. Да что ж такое? 300 метров. Хватает на улучшение. Да, тяжко, тяжко, тяжко. А, это показывает расстояние до топлива, тюблин. А я думал, что быстро так оно заканчивается. Досмотрелся. О, видели? Я уже так научился. По-моему, когда у меня не было улучшения, я так не смог сделать, когда первый раз вот я меня перевернул вот так на бок именно. Топливо зелененьким показывается, вот. Расстояние просто до топлива показывает цифрами. Так, хорошо, кристаллик еще. Как же мне пройти этот участок? Слишком острым углом. Опять я к нему подъезжаю и не знаю, что мне делать, честно, идей нет. Вот, видите, раз и все. Хотел как-то, может, по-другому, но нет. Вот эти 517 метров заколдованные. Так, ну я сейчас смогу еще раз улучшить что-то. Допустим, то же самое устойчивое. Ну, полный привод, в общем, да? Так, у меня уже почти везде по 3 улучшения. Но нет. Видите, это я уже знаю, как это делать. Получается, по 16 тысяч следующее улучшение стоит. А ну. А, все, если он шею сломал, то уже он дальше не едет, да? Капец, а я думал, все-таки я как-то вырулю. Блин, надо как-то ему шлем одевать, чтобы он шею себе не ломал. Я помог дальше поехать, как бы вот, вывернуть. Ой, опять. Ну что ж такое, гляньте. На ровном месте, но я не пойму. Капец. Зато самоцветы так легко собирать. Только начинаешь ехать, сразу взял два самоцвета. Хряк. Все, начинаешь опять. Я надеюсь, мне, конечно, пройти дальше, а не просто собирать самоцветы. А трасса старт именно немного отличается. А вот то место, которое я проехать не могу на 517 метров, оно все время одинаковое. Да ну что такое, гляньте, ну... Вот же, он может поехать дальше, только... Да. Давайте вот улучшим двигатель. Я не пойму, почему я все время ломаю себе шею. Не, я пойму, почему я ломаю шею, не пойму, почему это происходит в игре. Вроде проходил... Ну, потому что спешу, наверное, да? То есть, поначалу я ехал медленнее, и как бы... все нормально было. Сейчас начал... Ну, даже не то, что спешить. Вот опять. Вот скажите,
Но я ж ничего плохого не делал. Почему он перевернулся? Так что с миссиями? Ну, миссия нереально, пройти быстро как бы. Блин. Ой. Хочу хотя бы тот участок пройти. Там до 600 метров недалеко. Дело в том, что за этап... Ну вот опять. О, я сделал фляг, но не сломал шею. Это круто. Это приятно. Я уже так стараюсь не дышать. Мощи не хватает. Фух, вырулил. Слишком осторожничал. Так, аккуратно. Ой-ой-ой. Нет, ну блин, не доехал. А, давай попробую снова, как это? А, нет. Так он дальше мог ехать, нет, не мог. Блин. Сколько денег заработал? Нет, не хватило немного на улучшение. А, так, ладно. Попробую хотя бы еще улучшение сделать одно на устойчивость. Вообще-то игра не на 5 минут, как бы, чтобы в нее каких-то достижений добиться, нужно долго очень, в общем, играть. Вот так бесконечно ездить, собирать денег на улучшение. Ай, ну зачем? Ну зачем? На ровном месте раз и его несет. Так, вот, подвеска. Самое вообще важное в таких играх именно подвеска. То есть на ухабах тебя меньше вот это вот подкидывает и переворачивает, когда не нужно. То есть там двигатель можно пережить, как бы там шины можно пережить. Баг пережить, а вот если тебя подкидывают на ухабок сильно. Вот, блин. Вот как? Почему? Что-то не то делаю, наверное. Получается, если я торможу, как бы, его начинает сразу перекидывать. Нужно, значит, больше вперед давить, да? Кажется, я понял свою ошибку. Но опять же, постоянно давить вперед, то тоже плохо. Да, точно, нужно вперед давить, а я начинаю тормозить, как бы, когда его переворачивают, и, соответственно, его заносит. То есть тут тормоз вообще, я понимаю, нужен. Точнее, не нужен. Подвеска сейчас хорошо уже играет, четвертый уровень, видно по ней, как он движется, подвеска срабатывает. Ой-ой-ой, вот она, как бы он уже перевернулся, мне кажется, если не подвеска, видите, как она хорошо работает. Вот, я все-таки выехал на эту гору. Нет, ну недалеко я проехал, блин. На 20 метров больше. Капец. Такие уже сложные горы пошли, что я не знаю. Кристалла больше. Эй, не надо сразу падать. Так. О, вот, видите, да, я начал переворачиваться, то я все время нажимал на тормоз, и он его заносило. Так теперь я нажимаю вот на газ, и его как бы выравнивает. Все, я понял свою ошибку именно вот в этом моменте. Отлично. Давай. Ого.
топливо заканчивается. Плохо. Ой, класс. Нет, все-таки Хрусь, блин. Не хватило 40 монет, чтобы сделать улучшение. Ну что ж такое. Вот незадача. 40. Тихо. 40 монет не хватило. Давай, давай, давай. Вот. Выравниваем в воздухе. Отлично. Взяли же такого еще человечка. Прикольного скин. На него смотришь, блин, забываешь про управление. Такой смешной, блин, как мистер Бин. К рекорду, чем, блин, начинаю аккуратнее себя вести, и может это и плохо. Вот здесь. Так, ладно. А, Хрусь? Нет, не Хрусь. Только топливо заканчивается. Хрусь. Блин, в этот раз я сюда не добрался. Обычно мощности не хватило, то есть я ровно стал, а мощности не хватило. Может, тогда нужно все-таки мощность как-то улучшить, я не знаю. Не, ну лучше шины. А тут надо было двигатель. Ладно. Как же мне добраться до 600 метров? До 400 я добрался легко. А до 600, видите, не получается. За первые пару минут буквально я добрался до 400, а до 600 не могу за весь выпуск добраться. Да, на большие горы, чтобы двигаться, нужна мощь двигателя. А может за кристаллы мне вообще купить сундук какой-то? А, я не взял топливо. А получается в сундуке будут, может, монеты, там улучшения можно больше сделать. Пока еще не помню, что там может быть. И навряд ли пойму в ближайшее время, пока не заработаю больше кристаллов, монет там и так далее. Просто сейчас я вот по 16 тысяч там как-то еще колядую на эти улучшения. Ну давай, 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 поехали. Ну, пожалуйста. Ай, нет. Хватает мощности. А, я взял топливо, но в итоге перевернулся. То есть я все-таки поставил свой рекорд, но не смог выехать на ту гору, мне не хватило именно мощности. Фух, ну что ж, друзья, я сегодня старался, бился как лев на этой трассе, но она оказалась сильнее меня. А поэтому буду прощаться с вами. Если вам понравилась эта игра, поддержите это видео своим лайком. Ну, обязательно дождитесь продолжения. Буду стараться ее записывать, хотя игра, если честно говоря, сложная и нервная. Ну, может быть, не нервная, но просто хочется всего и сразу, а оно не получается. Так что буду потихоньку ковырять в нее. Все, пока-пока, до новых встреч.